також багато людей повернулись, ті, хто були ще з першої хвилі мобілізації, хто служив в інших військових частинах, але також займався ремонтом та відновленням техніки. Навіть ті хлопці, яких ми знали, самі дзвонили, повертались. Прийшли з різних сфер, і кожен знає своє діло. Це дуже здорово. Він агрегатчик, він агрегатом. Ну і тим більше, тут займається комплексним заміном, там узел, агрегат. Где-то застрявшие, где-то поломанные. Бывает, вытягиваем с таких, ну, считай, с нуля, с передка. Откуда есть возможность, оттуда вытягиваем. Много работы сейчас этих, трофеи вытягиваем много. Зетки эти все тянем тоже. Немного еще есть. Были 64-ки, стали 80-ки, натягали себе 80-ки. Работа зависит от того, в каком она состоянии вообще попала. Бывает такое, просто бросаю, что она полностью в рабочем состоянии. Вот. Полностью рабочий танчик был, проверили всю систему, все, с него даже ни разу не выстрелили ночью. Я просто знаю, у меня много друзей, с которыми я служил еще... В 16 году уже поувольнялись было, сейчас хотят вернуться, но мест нету. Мне говорит, хотя бы хоть какую-то гайку крутить, хоть чем-то помочь сбройным силам. Ну, возьмите хоть куда-нибудь. Так что все настроены оптимистично, позитивно и помогают в целом. Я думаю, это обязанность наша, каждых граждан чем-то, но помочь. Failure.